феврале 2011 года в Кишиневе открылась самая крупная частная международная больница в Республике Молдова – Медпарк. Ее площадь составляет 12,5 тысяч квадратных метров. В современном шестиэтажном здании размещается отделение скорой медицинской помощи, поликлиника, стационар, родильный дом и аптека. Одним из важных направлений деятельности международной больницы «Медпарк» является терапия. На первом и нулевом этажах больницы расположена поликлиника, высококвалифицированные врачи которой обеспечивают точную и быструю диагностику и лечение заболеваний. Поликлиника оказывает следующие терапевтические услуги: аллергология, кардиология, педиатрия, эндокринология, неврология, гепатология, пульмонология, физиотерапия и реабилитация, дерматология, офтальмология, гинекология, урология, травматология и ортопедия, стоматология. Спектр диагностических услуг в международной больницы «Медпарк» также весьма широк. Пациенты могут пройти радиологические и ультразвуковые исследования, магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию, коронарную ангиографию, маммографию, панорамное исследование челюстей, остеодинситометрию, цифровую радиологию, эхографию и доплер. Неотъемлемой частью больницы «Медпарк» является лаборатория, в которой можно узнать результаты таких анализов, как клинические, биохимические, иммунологические, микробиологические, гистологические и другие. Важнейшим направлением деятельности международной больницы «Медпарк» является хирургия. Инфраструктура операционного блока предоставляет пациентам исключительные условия для хирургического лечения. 4 операционных зала, интегрированных с отделениями реанимации и интенсивной терапии, оборудованы в полном соответствии с новейшими международными технологиями. Постоянная подача в операционные залы стерильного воздуха и наличие автономных источников электроэнергии создают безопасные условия для проведения хирургических вмешательств и защиты от нозокомиальных инфекций. В больнице «Медпарк» оказывают такие хирургические услуги, как кардиохирургия, нейрохирургия, травматология и ортопедия, эстетическая, пластическая и восстановительная хирургия, детская хирургия, общая хирургия, урология, анестезия и интенсивная терапия. Родильное отделение больницы состоит из 2 родовых залов – операционного зала для кесарево сечения и отделения неонатальной интенсивной терапии. Родовые залы оборудованы родильными столами последнего поколения, кардиотахографами и аппаратами для централизованной подачи кислорода, что делает процесс родов абсолютно безопасным как для матери, так и для ребенка. Стационар больницы «Медпарк» располагает 63 комфортабельными одноместными палатами, включая 6 палат класса VIP, оснащенными всеми системами мониторинга жизненно важных функций организма. Палаты предоставляют пациенту необходимую уединенность и комфорт и оснащены кнопкой вызова медицинского персонала, кондиционером, спутниковым телевидением, интернетом, холодильником, телефоном, отдельным душем и туалетом. Департамент скорой и неотложной медицинской помощи больницы «Медпарк» оказывает неотложную круглосуточную консультативную помощь по телефону. Высококвалифицированный медицинский персонал больницы «Медпарк» находится в распоряжении пациентов 24 часа в сутки.